Вот смотрите, у меня у жены скоро день рождения. Но она же у меня золото, да? Вообще прям обожаю свою жену. Я говорю, что тебе купить? И знаете, что она мне отвечает? Дорогой, купи мне новый аккумулятор на машину. Ну, женщина сказала, мужчина сделал. Поехал, купил ей аккумулятор. Вот такой вот аккумулятор, 64 на 620 ампер. Посмотрел, конечно же, ролики на Ютубе, которые тестируют различные аккумуляторы. И на удивление, как оказалось, тюменские аккумуляторы одни из самых лучших. Не говорю, что прям вообще класс, но одни из самых лучших. И вот непосредственно то, что они пишут на своей этикетке, то и соответствует действительности. Я сам из Тюмени, завод у нас 42-го года, он еще аккумуляторы выпускал для фронта, для торпедных катеров, ну практически для всей боевой техники. В дальнейшем даже какое-то время аккумуляторы поставлялись напрямую на АвтоВАЗ. Может быть, даже кто-то и помнит то время. Я обзор этого аккумулятора делать не хочу, просто хочу вам показать чек с его стоимостью. Стоимость данного аккумулятора 1320 рублей. Еще раз повторю, 1320 рублей. Чек. Смотрите. 12 сентября 2021 года. Вот его стоимость. 1320 рублей. Инструкция по эксплуатации. Все как положено. Гарантия. Ни в коем случае это не реклама. Ранее на своей машине я уже устанавливал данный аккумулятор. В принципе, при хорошем, качественном его обслуживании вопросов к нему нет. Зимой машины заводятся четко. Данный аккумулятор обслуживается. Уровень электролита нужно всегда смотреть. Хотя бы раз в год туда заглядывать. У меня есть Нива, как вы уже поняли. На Ниве у меня стоит аккумулятор с завода установленный. То ли Аква, то ли Акка, то ли какая-то... В общем, какая-то Акка. Не помню. Так вот, я взял машину новую, открутил колодца. И пластины в данном аккумуляторе, который шел с АвтоВАЗа, были поверху полностью не заполнены. То есть они были ниже минимума. В данном аккумуляторе все четко. Если честно, я не понимаю, почему АвтоВАЗ не продолжает закупать эти аккумуляторы тюменские. Ну, видимо, те вот Акка или Аква, или Хэй его знает, видимо, они дешевле. Раз у них не хватает возможности даже пластины залить полностью. Еще раз вам показываю его стоимость. 1320 рублей. Кто мне скажет, как я смог купить данный аккумулятор за данную стоимость? Подарок жене на день рождения. Всем пока!